видеоролик я решила снять на берегу моря, потому что речь пойдет об English Way. Меня зовут Ирина, мне 35 лет. Так получилось, что после первого декрета я ушла во второй декрет, и мне пришлось оставить свою работу, пришлось уволиться. Случайно в интернете я наткнулась на курс английского языка. Скажу сразу, что курсов попадалось мне множество, но зацепила меня только лента «Торнадо». Она зарядила меня энергией, позитивом. Особенно меня привлекло то, что можно было бесплатно в течение 2 недель опробовать ее методику обучения. Я прошла пиратский тренинг и записалась на обучение. Изучение английского я начала с 2 целями. Первое – разговаривать с детьми на английском и в дальнейшем обучить их языку самостоятельно без репетиторов. Второе – использовать знания английского языка в трудоустройстве на работу, поскольку после декрета мне предстояло искать новую работу. Язык я изучаю не с нуля. До этого был язык в школе и в институте. Но дальше уровня elementary я не продвинулась. Причем разговорный уровень был абсолютный ноль. Хотя простейшую литературу я читать могла. Когда я стала изучать английский язык в English Wave, я стала развивать основной навык, которого мне не хватало – это разговорная речь. Я заметила за собой, что я перестала стесняться говорить на английском. Многие фразы сами собой формулируются в голове. Помимо этого, в голове структурировалось понимание грамматики, активно заработал мозг. Я стала лучше разбирать речь носителей языка. Теперь я могу смотреть несложные фильмы на английском. Сериал «Экстра» я вообще понимаю без субтитров. Разговариваю с мужем на английском, но он меня не понимает. Больше всего в уроках Элен Торнадо мне нравится то, что преподается не тот академический английский, который мы изучали в школе, а живой, разговорный, современный английский язык. При этом Элен делает упор на грамотную, хорошо поставленную речь, вежливую. С такой речью не стыдно оказаться в светском обществе при английском дворе. Обучение в English Wave я рекомендую всем, кто хочет не просто знать английский язык, но хочет иметь грамотную, хорошо поставленную речь, кто хочет говорить вежливо и кто хочет изменить мнение иностранцев о русских людях. Remember, the expert in anything was once a beginner. The link is in the board. Things happen. Everything will be all right.